Он питает слабости или хочет цапать. Я для озабоченных ничего не делаю. Мама, прости меня, у меня химия к мальчику. Мне нравятся мужчины, у которых раскосые глаза и скулы. А мужа китайца можете себе представить, нет? Может быть, даже больше, чем русского, если выбирать по внешности. Ты говоришь блок, читай Мариен Го. Ты говоришь Париж и по-французски my wish. Вы с каким-то цветком себя ассоциируете? Я себя не ассоциирую ни с цветами, ни с животными. Не с предметами мебели не ассоциируется. А с каким-то явлением, возможно? Ну, иногда, конечно, я превращаюсь в какие-то природные стихии. Метель? Думаю, что метель тоже бывает. Бывает? Ну, бывает, да. Я же твоя дура. Снова люблю колу и похоже скулу. Я же твоя дура. Песня «Дура», которая один раз прозвучала, я не мог отвязаться от нее там недели две. И ходила, она мне прям эта дура засела в голове, как мантра какая-то. Варианты есть? Есть химия, есть Тарантино, есть космонавты. Может, космонавт? Может, Тарантино? Ну, давайте Тарантино, но учти, если ничего что... Ничего не обещайте. Если что, ты сама сделала свой выбор. Вы можете сейчас вспомнить вот это ощущение, когда вы стали победителями? Что это было за чувство? А мы не стали. Да, они не стали победителями. Ты же не летописец, поэтому ты вот... Это у тебя такое ощущение, как это как примерно ситуация, как с Наргиз, да? Она заняла второе место, первого никто не помнит, а она гастролирует. Так и в этой ситуации. Я тоже первых не помню. А моя Мишель раскручена так, что это... Ну в чем ваш феномен или феномен, как говорила Раневская... У вас нет ощущения, что вы победили? У меня есть. Вообще, вот, я, вот, у меня вообще по жизни вот, такое ощущение вот, насчет себя. Правильное и такое нескромное ощущение. И правильное, потому что есть результат. Они немножко неформатные для телевидения, для радио, поэтому, конечно, им пробиться очень тяжело. Если эта программа даст старт этому коллективу, я буду к вам счастлив. Мы же меняем мир вокруг себя, а не подстраиваемся под мир вокруг нас. Душевный разговор. Билетаж. А как бы вы нарисовали счастье? Нарисовала счастье? Ну, каждый день его рисую. Чем? Своим появлением. Био-био-пионы дарят новый знакомый.